Давайте, парни, помянем. Хороним там, где придется, где можем. Да, это наш братка, наш солдат, это Серег Чаев. Царствие небесное, брат. Давай, что могли, то смогли. Алёха, иди. Давай, брат. Эх ты, мой дорогой человек. Вот так вот хороним. Если кто это видео увидит, вот так вот хороним пацанов, которые до дома не доезжали. Вот так, сгорел. Это от нехватки боеприпасов. Экипаж сгорел полностью в грязи. Вот, сними, братан. Вот, труба от града. То, что осталось вот от града. Вот так вот, как просто. Это из-за долбоебов, командиров нахуй. Вот это все, что осталось от ребят. Не могли, блядь, сделать вовремя все, блядь. Не сделали ни координатов, нахуй, ни целей, блядь. Пацаны сидели в машинах, блядь. И ждали цели, блядь, и просто въебали их, и они сгорели. Курман, пидоры, скажи, они ебаны. Курман, скажи свою должность. Я замком взвод. У меня 5 расчетов. 72-я бригада, блядь. Это самое говно ебаное, блядь. Я командир отделения специального взвода. Командир отделения. И вот так вот ребят похороним, которые до дома не доезжают. И потом жены, блядь, звонят нахуй. Света звонит и говорит, почему не уберегли, блядь. Почему не уберегли нас? Я говорю, вот так, брат, вот так происходит. Если кто-то это увидит, пускай эти долбоёбы ебать. Опомнитесь, блядь, начальники страны, опомнитесь, блядь, дайте нам боеприпасы, дайте техники, блядь. Зачем, блядь, молодых сюда посылаете, молодняк, блядь. Люди гибнут просто так здесь, блядь. Здесь пацаны прошли Чечню, прошли Украину раз, вот, прошли Украину два. Я зашел на Украину, блядь, с августа нахуй. Вот мы как живем. Я, блядь, вот так вот мы носим с собой, блядь. Вот что и есть. Все, что есть, блядь. На 22 человека, блядь, 2 автомата сейчас осталось, нахуй. И боеприпасы в карманах. И боеприпасы, вот что. Да. У него...